И всем привет! Вы на канале MM Dancing. Нет, вы на канале никакая не MM Dancing. Слайк-штаба. Конечно же, вы на канале Слайк-штаба, а не MM Dancing. Понятно? А, я думал, вы на канале MM Dancing. Нет. И, в общем, вы уже поняли, наверное. Вы на канале Слайк-штаба. И, в общем, вот, сегодня я буду... Вот, пятерочка есть такая дорогая. Большая коробка. Вот. И вот в этой коробке внутри спрятаны разные сладости. Например, Марс, Сникерс, Милки Вей, Твикс, Баунти. И сам М&М's, конечно же. Это и так же М&М's. И пазл тоже. И, в общем, в этом видео я буду снимать про эту коробку, как я ее открываю. Да. Угу. Я ее буду открывать разные окна здесь. И как вы думаете, наверное, конечно же, здесь этот вот этот самый М&М's, потому что это самое большое, и здесь он прячется. Давай сейчас именно и откроем. Вот тут одна дверца открыта, потому что Алиса захотела открыть ее. И там был Milky Way. И смотрите, сейчас мы, конечно же, откроем эту, там же М&М's. Сейчас, так, оп, и та-дам! Мы открываем. Видел там пазл, а не М&М's. Мы берем этот пазл, открываем его. Вот, это вот эта штучка сама. То, что будет в М&М's. И сам М&М's. Как раз я хочу вам показать кое-что. Привет, подписчики. Ну да, это Алиса, и она чуть-чуть будет смотреть. Потому что Алиса очень ждала, пока мы снимем это видео с про этот М&М's. Да, я просто невозможно хотела. Ну да, потому что я очень хотела это снять. Ну, хотя это видео не такое будет крутое. Но это открыла почему-то, Алиса. Ты открыла вот это. Слав. Сав, давай следующий вот это вот. Нет, лучше я хочу Деда Мороза открыть. Ну, это желтый М&М's. Давай ты откроешь, Алис. Тун-трун-трун-та-дун. Снова тут пазл, только не картинка. Вот он, Milky Way. Вот вот это. Вот это фигурка. И вот есть там Твикс написано. А тут вообще-то Milky Way. Странно. В Деде Мороза спрятался Milky Way в Деде Морозе. Вот. А сейчас, конечно, Алиса хотела вот эту дверь, и мы, мне кажется, сейчас откроем эту дверь. Ну, Слав, давай теперь выбирай, какую теперь будем. Ну нет, я уже сказала, что мы будем дверь, Алис. Давай. Ну, только я теперь открою ну, вот эту Деда Мороза открываю. Да, так, давай. И... Тадыщ! Тут это... снова вот этот пазл, конечно же. Так, достаем. Баунти, баунти. Да, вот тут уже просто пазла два. И один вот такой просто. Такой. Вот тут баунти. Слав, открой мне. Ну, давай, вот баунти нарисовано. И теперь мы тоже сначала будем интересно открывать. И ты знаешь, какую я хочу открыть? Кошечку? Да, я именно кошечку хотел. Тут пока не нарисована кошечка. Открываешь, Алис. Так. И ой, тут, конечно же, этот пазл сначала. И там Твикс. А Твикс как раз это моя любимая шоколадка из всех этих батончиков, вот этих. Этой. А мне больше, смотрите, какая нравится. Вот это. Баунти? Да. Мне она не так уж и нравится, но она сначала вкусная. Сначала мне она тоже не нравилась, а теперь она почему-то нравится. Ну, мне она нравится, только чуть-чуть нравится, потому что там вот эти штучки. Ну, вообще она тоже вкусная. И сейчас... Как раз тут баунти, это почти как... Ну, да, вот, там в общем, кокос. Там внутри кокос. Я люблю ну, да. кокос. И смотрите, тут было нарисовано Марс. Было баунти. Да, давай, тут все непонятно. Теперь твоя. Давай елку, елку давай. Так, Алис, аккуратно. Давай елку. Потом стикеры откроем. Так, оп. Елку. Там даже окна нету. Давай. Тут этот. О, там стикерс. О, тут.
Вот. Этот, это половинка. Этот, который вот. Смотрите, этот. Как уже много конфет. Ну да. Смотрите, тун-турун, тун. Ладно, давай теперь откроем снегиря, как я сказала. Давай. Давай, Алис, теперь ты открывай. Давай, давай. Ой, блин. Ладно, давай тогда я. Что ты делаешь? Случайно. Давай, ножницы принеси, пожалуйста, они помогут здесь. А мы пока с вами откроем вот здесь, где звезда рядом со звездой. Оп. Снова этот пазл. И я пока не буду показывать, что там. И там Твикс. Твикс. Это тоже моя любимая, еще одна попалась. И сейчас Алиса придет и поможет нам с этим снегирем, которого можно ножницами вот так пром, пум. И так оно откроется. И, в общем, вот, в общем, тут Алиса уже принесла. Она и шоколадку, и ножницы. А ножницы нам сейчас нужны. Алиса, а ты хочешь сама? Ножницы нужны, Алиса еще шоколадку принесла, которую мы недавно купили. Давай аккуратненько тут и давай. Тут снова пазл, и что там будет? И там Milky Way. Конечно же, там Milky Way. Так, что же теперь открыть? Давай мы откроем подарочек. Подарочек откроем. Подарочек, дверцу с подарочком. Так, эй, Алис, пожалуйста, давай я теперь. Оп-оп. И та-дам! Снова вот это. Пазл. Смотрите, как уже много этих шоколадок. Сейчас Алиса прям сюда положит то, что там Milky есть. Way. Давай, клади. Это Milky Way. Как Алиса сказала, вы, наверное, не хорошо услышали. И там было написано Сникерс, а там Milky Way. Странно, в общем, все. Так, здесь открыли, и здесь теперь откроем. Так, не получилось, не получилось, не получилось, и получилось. M&M's написано. И там вот эта часть, где подарки как раз лежат. Тут, конечно же, Марс. Марса как раз не было давно. Вообще не было Марса как раз. Не было его. Тут вот какая уже куча и пазла, и конфет. Давай, вот. А сейчас давай рядом с фонарем, который. Угу. Ладно, ты пока тут открывай. Там, а, там Марс, там Марс. Еще один, потому что Марс большой. Мы один нашли только что. Ладно, пока я хочу съесть Milky Way один. А можно баунти? Ну, Алис, давай снимай, чтобы меня было видно. Давай. Ну вот, кто снимает? Конечно же, Славик. Славик, что ба? Вот и я сейчас съем этот Milky Way. Вкусненький. Ам-ням-ням-ням-ням. Ну, Сав, можно я теперь съем баунти? Ну, хотя их два. Нет, давай. Другое. Да, это тоже Milky Way. А пока мы откроем, например, вот это. Это с чем у нас? Лампой. Угу. Да, открываем. И что там? Сникерс. Круто. Салиса съела. Я бёрки сюда положила. Сейчас я предлагаю сделать паузу и не открывать. Я хочу собрать этот пазл чуть-чуть. Так, значит, это не нужно. Так, значит, вот здесь мы увидели вот эту половинку. Еще вот здесь должна быть половинка лица. Так, еще. Так, тут нет. А, стоп. Вот тут есть M&M's написано. И вот, это его ноги. Вот. Это, конечно же, вот это красные M&M's, половинка лица. Да, это моя половинка лица. Вот. Вот как раз вот это.
Это сама картинка, которая должна получиться. И я уже знаю, что здесь надо подарки. Мы же видели, там были подарки. Так, где они? Так. Вот они. Да, вот подарки. Еще. Давай теперь... О, я уже вижу вот эту часть и вот эту часть. И соединяем, и получается... Это кресло, на котором сидит вот это. Он dancing. Так, и мы уже видим вторую часть. Смотрите, тун-тун. Странно. Так. Вот я уже нашел вторую ногу. Лишь как-то. А, ну так, хорошо. Вот, получилось. Теперь надо еще часть лица найти. Ладно. О, вот, я про вот эти подарки без ноги говорил, которые... Вот они вот здесь. Так, как-то они повернуты. Странно. Как же они повернуты? Совет, они повернуты. Но они точно вот так повернуты. Да, и они, похоже, вот здесь. Не рядом с его ногой, потому что было бы вот так. Значит, они здесь, давай, через его ногу. А сейчас мы еще откроем, конечно же. Давай, Славик, давай ты сейчас сам откроешь. Или я открою? Да, я именно вот эту хочу. И турон-турон, и таран! Там баунти, баунти. Да, Алиса сказала, что она любит баунти. Как раз, Алис, это тебе. Спасибо. Ты же хотела? Спасибо. Посмотрим, как она ест. Как правильно сказать «ест»? Кушает или жрет? Ест. Жрет. Ест. Ладно. Давай теперь вот эту. Это с чем? Это не с чем. Посмотрим, что там. И там. Milky Way. Milky Way я люблю. Его тут так много попадалось. Ага. Посмотрим, какой как раз пазл какой. Это вот этот. Это шляпа, которая... Рядом с этой модельки. Смотри, ты был прав. В общем, вот это вот здесь, значит, получается, где-то должно быть еще его лицо. Потому что его лица тут нету. Значит, оно в последней где-то. Или в этой, или в этой. Алиса, угадаешь, где оно? В этой или в этой? В какой из них? И, надеюсь, ты угадаешь. Ну, хотя... Попробуем. Давай, я тоже думала, что это. Посмотрим, что там. Там лицо или что? Там Марс. О, Алис, ты угадала, там лицо. Как? Правда, мы не знали. Крутяк. Я даже не знал. Ну, ладно, это 50 на 50. Это не так уж круто, но круто. Так, значит, вот его лицо. Вот его ноги, две ноги вот. И он готов. Шапка вот здесь где-то. А, она... Ну, где-то здесь, да. Слав, давай еще одну скушаешь, свою любимую, вот эту вот. Да, Твикс я люблю. Ты пока на меня. Только самое главное, чтобы меня было хорошо видно. А то, Лиса, ты маленькая, поэтому ты не... Вот. Настоящий. Киноснимательный. Ну, я правда не настоящий, но получилось. Ладно. Сейчас я пойду и выброшу из мусора. А то тут некрасиво становится. Мусор тут, да? Угу. Значит, теперь самую последнюю открываем. Это, конечно же, вот это. И самое последнее там. Твикс, круть. Кусок и что от там? Ёлки. Кусок от ёлки, да. О нет, Твикс упал. Бедный Твиксик. Ну ладно. Ну, в общем, мы не да. Делали, конечно. Вот. О. Нога. Нога, еще где-то его лицо должно. Где же его лицо? Вот и был. Я все время не могу его лица найти. Слав, смотри. Правда. Да, я прав был. Так. Кажется, значит, это. Его.
Ну а где половинка лица? Я вообще не понимаю. Что это значит? Нигде его нет. Может, это вот здесь было? Здесь когда-то ты открыла, и, похоже, она потерялась. Или... Ну ладно, тогда будет без половинки лица. Потому что это видео скоро уже закончится, когда мы попробуем собрать этот пазл, потому что все дверцы уже открыты. Что? Что там? Откуда это? Папка Грейни. Папка Грейни. Ладно, а мы сейчас по секрету съедим вот этот Сникерс. А сейчас как раз уже 10 минут наступает. Вот 11 уже. Ну, в общем, много уже минут. Вот. Понятно, что здесь вот это. Дальше, значит, вот это где-то здесь. Примерно. Ну? Это ёлка где-то. Вы нашли или нет? Мы не нашли, конечно же, половинки лица. Её нигде нет. А ёлка, наверное, где-то вот здесь. А, вот здесь она. Да, она здесь точно. Или стоп, тут есть... А, нет, это точно нет. Или... А, стоп. А, я... Понял, где-то он, значит, здесь сидит. Он, значит, тут здесь сидит. Ты до сих пор не достал, Слав. О, Марс, мы его не достали. Смешно. Значит, этот здесь сидит, а вот это... Здесь вот эта половинка. А здесь это он, а здесь это нету. Значит, получается, вот это так. Это так. Это так. Это будет вот так. И мы почти собрали весь пазл. Так, значит, здесь. Хорошо. Сюда. Тут вот так. Эх, половинка лица вот этого не хватает. Угу. Так не круто получилось. Ну ладно. Ну, давай так попробуем. Это, похоже, вот здесь должна быть. Угу. Или... Это... А это где-то... Вот. А, я понял, вот здесь должно быть. И да. Еще чуть-чуть, и мы соберем. Еще 3 осталось. Ну, так. Эту, конечно же, мы не нашли. Да, это вот нет. Так. Нет, нет, точнее, нет, это не так. Да, это вроде не так. А вот как это, понятно. Так, так надо картинки. Посмотрим. Да, все складывается, этот венок, правильно. И вот это, да. И последнее где-то. И вот, получилось. Вот смотрите, какой у нас пазл получился. Только ну, без только... половинки лица. Надо папу Дош... позвать. Алиса, скорее. Найдешь? Вы увидите как раз нашего папу. Ну да, только. Пойдем. Ладно. А пока хочу что-нибудь сожрать, чтобы Алиса не увидела. Уже больше, так много минут уже прошло. Ва-ха-ха, я Марс. Ха-ха-ха, я Марс. Тыщ, 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 тыщ. Нет, спасите, помогите. Сейчас я вас увеличу. Раздор, блин, их. Бух. А, мы раздор, блин. Но мы теперь гигантские. Хи-хи-хи. Алиса что-то не идет. Ведь Мишель все ждет и ждет. Так, значит. Пазл, с пазлом все хорошо. Из моего пазла? А, у Алисы тоже как раз была вот такая штука, и она пожертвовала своим, чтобы получился с пазлом. Так, попробуем чуть-чуть поровнее как-нибудь сделать. Ну, Сайка же почти полный, у меня тоже. Угу. Так, вот так. Так, вот так, чтобы все было ровненько. Вот, нормальненько получилось. Да, Алис? Да, нормально. Вот и наш папа что? Как раз. Я не одобряю. Почему? Мне не здесь. Почему? Почти не снимаю. Вот Марс. Значит, выберем вот такие, которые много. Марс есть, значит, один, что был Марс, одно Баунти, один Милки Вей, этого не надо. И все получилось по один, значит. А здесь получилось то, что другое. Марса много. Папа.
Вот. Вот, в общем. Много разных сладостей в нашем получилось видео. Вот как раз внутри этого было вот это, где вот это пластмассовое, где лежали все сладости. Они были там внутри. Можно было просто открыть, но это бы было скучно. Там сзади как раз все написано, да. И вот тут задний как раз есть. Вот домик. Вот, в общем, видео уже кончается. Были на канале Слэпштаба. В итоге нашего видео получилось вот такой пазл. И много разных шоколадок. Еще вот будет вверху. Вот. В общем, получилось. Алисана ушла куда-то. И вы были на канале Слэпштаба. Я пойду, чтобы Алиса попрощалась. Пока. Вы были на канале Слэпштаба. И со мной Слэк снимался. Ага. И всем пока. Встретимся в других видео. Пока. Пока.